Здравствуйте, я предлагаю вместе посмотреть на подарочек за 100% расчисточку. Южный Франктаун или как там его. Ну, в общем, наша временная локация первая. Все, расчистили. Ну, пока скромно, но стандартно. Посмотрим, что будет дальше. Так, уголек. Травичка. Главное, чтобы дали что? Кварц и для полетов. Ну, такое изумрудов, конечно, не будет, об этом я знаю уже, это немножко расстраивает. Но там какая-то построечка, или не туковая, а что-нибудь такое. Себе долго, в принципе, кварц дали. Так, не, коллекция совсем чуть-чуть, и опять пошли ресурсы. Так, арматура, полетаем, молочка, столы. Опять молочка. Так, между прочим, смотрите, энергии дали прилично. И пошли энергетики вход. 4 динамита по 250, это такие, да, неплохо. Вот только почему они бафы дают нам не 100%, а только на час. Так, призывая посылка с полезными крафтами. Ну вот, для разнообразия. Вот такой подарок. На этом все. До новых встреч.